Hello, friends. Thanks for your work. I like your drawings very much. Спасибо вам за работу, друзья. Мне понравились ваши рисунки и рассказы о любимом времени года. Вы справились с этим заданием просто прекрасно. Сегодня мы продолжаем с вами работу над этой темой и научимся читать некоторые буквосочетания, слова и предложения с ними. Давай начнем. Let's start. Open, please, your books at the page 102. Look at the exercise 1. Посмотрите на упражнение 1. Сегодня перед нами новое буквосочетание. Смотрите, как чудно в английском языке устроено. Когда три буквы G, H, T, которые мы с вами знаем по отдельности, дают совершенно разные звуки. Г, Х, Т. Вместе, когда они становятся, особенно в конце или в середине слова, они читаются как ЙТ, ЙТ. И открывают предыдущий слог. Смотрите, например, как цифра 8. Эйт. 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 Давайте посмотрим на другие слова из рамочки. Почитаем вместе. Найт. Найт. Брайт. Брайт. Eight, eight, eighteen, eighteen, right, right, light, light. Очень хорошо. Можно потренироваться в чтении этих звуков с помощью колыбельной, которая нам показана в этом упражнении. Good night. Спокойной ночи. Sleep tight. Спи крепко. And wake up bright. И просыпайся ярким, да, веселым означает просыпайся. In the morning light. В утреннем свете. Еще раз почитайте за мной. Good night. Sleep tight. And wake up bright. In the morning light. Следующая буква. Теперь, когда вы хорошо потренировались читать, поработаем с упражнениями на чтение. Exercise 3. Let's read and match. Упражнение 3. Давайте прочитаем и выберем, о каком времени года идет речь. В своих тетрадках вы запишите только номер и правильный ответ. Number 1. It is sunny. It is hot. You can jump, run, and swim. What season is it? Number 2. It is cold. Children can ski and skate. What season is it? Number 3. It is
raining. Stay at home and read a book. What season is it? Number 4. It is not hot, but the sky is blue. It is sunny. The birds are singing. What season is it? Guess and write it down. Угадайте и запишите. Now let's read the exercise 5. What season do you like? What season do you like? Какое время года тебе нравится? I like summer. It is hot and sunny. I can ride a bike. I can ride a bike. I can fly a kite. I can fly a kite. I can jump and run. I can swim too. I have holidays in summer. У меня каникулы летом. I have holidays, каникулы, holidays in summer. I can go with my mom and dad to my granny. I can go, я могу поехать, with my mom, с моей мамой, and dad, и папой, to my granny, к моей бабушке. Now, read it yourself. А теперь почитайте это упражнение самостоятельно.